Так, едем на фотосессию. Сейчас все построимся красиво. Освещение идеальное, вечернее солнце. Тут даже, честно говоря, доехать до места съемки непросто. Да, ни одного повтора. Хаммер, Гранд, Нива, Рубикон, Самурай, Паджеро 2, Дискавери, Nissan Patrol, Toyota 70. Ассортимент. Видите, как непросто 70 здесь. Глумятся уже, продавай. Так, смотрим новую. Тут перекос. Вот видишь, ты вот сюда выйдешь. Да вижу. Солнце как раз, и тебя да солнце тут не в солнце, тут чтобы туда. А, просто нет, видишь. Ты ничего не увидишь. Вот это вот. Вот здесь тебя вот туда, чтобы не бросило, вот понимаешь? Вот все. Это опасная жара. Давай вот эту сравняем сейчас лопатой, чтобы ровненько было. Смотри, смотри, пока мы рассуждаем, вот этот человек. Я уже думал. А, можно съехать, катнуть? Да, он катнет вот здесь. Макс, а съедь вниз просто с вот этого вот пригорка. Не, так оно было, вот это я запрыгивал. Это было одинаковое, да. Прогульная машина некрасивая среди всех. Чувак, узкая. Осторожно. Блин, покормил землей. Не, назад, Макс, руль влево. Назад, назад. О, назад. Все. Не туда. Смотри, чтобы он влево. Поставь ему какую-то палку, Лень. Чтобы он не... Чтобы он влево сюда не упал. Там диагоналка, видишь какая. Саня, только ты можешь съехать. Саня! Подожди, Саня съедет. Не, ну надо же отсюда и выезд сделать, правильно? Чтобы заехал. Блин, тут не то, что съехать, заехать. Попробуй съехать. Сними. Что там у тебя такое? Сними. Где подушка? С отбойником. Я не вижу. Отбойник. А где он? Ну он лежит на мосту. Отбойник. И разорван. А, вижу. На раме как лежит. Ну от рамы до моста. Да. Ну и шо, Макс, ты ж ничего страшного. Вот Саня едет. Дай пусть он. Да нет, там сильно круто. Чего? Ну, опасно. Да не, ну ты вправо бери и все. Да мне опасно, у меня не валят. Да, у тебя можно. Саня отсюда хочет. Сюда не знаю. Ну хотя. Стой. Все право. О, назад, давай. Все, теперь прямо. Все, теперь прямо. Давай, давай. Да оттуда надо, отсюда неправильно. Оттуда прямой почти заход. У Макса нет блокировок, он просто... Стой, 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 Саня едет. Нормально, нормально идет. Саня, нормально, никого не слушай. Не, идешь четко, все, так и едь. Так и едь, не крути ничего. Вправо еще можешь чуть-чуть. Все, ровно пошел. Ровно, ровно, ровно. Красавчик.
Ничего не спилил? Не, ну траекторию нарисовал. Нет, диагонал, Камаш, диагонал. Да, без блокировок. Хотя бы задняя не жизнь. Не-не-не. Саня, он же никакой, смотри. Он мягкий там, да. Сань, тут он вообще никакой. Не очкуй, говори, Лёнь. Не, он домой, мне кажется, поехал. Подгузник менять. Подгузник менять. Да, обмелел карьер за 10 лет сильно, конечно, были эти горки. Высоченными казались здесь, ну и так и было. Середина получается, песок внизу больше и больше. И Макс не успокоится, я его знаю. Стой, Макс, подожди. Руль сюда. Еще, еще, давай назад. Теперь назад. Стоп. Руль сюда. Смотри, чтобы заднее колесо там не упало. Опа-па-па-па. Заднее смотри, что-то мне не нравится. Переедь, может, Макс? Лучше переедет пусть. Ну все равно ровно руль ставь, руль проверь. Друзья, камера, как обычно, не передает эти неровности. И, видите, вот просто 33-е колеса. Нет, нет, сейчас ноль. Копают. Чуть назад. Раскачай чуть-чуть. Да, вот так, по прямой, не крути, прямо едь. Прямо, прямо еще. Толкай его туда, да. Не-не, стой, стой, стой. Не-не, стоп, Макс, нет, назад, стой. Не-не, тебя сносит. Не, тогда влево. Сносит, но я ж, мне отсюда видно. Ну, и согласен с тобой. Нет, сносит. Вот так ровно руль, так и едет туда. О, вперед, посмотри, как вперед сваливается. Да, да. Да надо сразу зайти, может. Сразу зайди правее. Пусть Саня проедет. Подожди, Саня проедет. Да не ляжет, как она ляжет такой ширины машины. Это же не самурай, блин. Блокировки включи. Леня, чуть вправо дай. Равняй колесики. Равняй руль, равняй, да. Чуть вправо, да. Да, да, нормально. Чуть влево, да. Ну все. Давай, твой выход, Леня. Только ты снизу едешь, ну конечно. Ну вот это да, край. Это я шучу. А ну, Макс пробует.
Да, ближе к кусту бери, чтобы больше радиуса. Все, Саня, уже можно подниматься. Накатал там, да, чуть-чуть? Видишь, ты как раз по этому горбу проехал, да, да, блин, туда пока. Отходите! Так получше? Да, да, хорошо так. Посмотри, подожди, Леня посмотрит. Что там, Леня? Руль вправо, Макс, руль вправо. Еще вправо. Еще вправо, да, давай, едь. Едь пока, потом повернешь. Давай, давай, давай. Еще. Саня, отвесь его. Только потом влево, что надо будет резко. Нормально? Подожди. Что там, Леня? Маньяки. Не просто тут. Леня готовит трассу. Что, подровнял? Ага. Вот там, где бугор, вверху немножко. Да-да-да, вот там. Левее надо. А его скидывай. Давай, сейчас лево. Он да. Идет гораздо левее, его на метр скидывай. Давай твой выход. Там надо на корень, там он корень мешает. Дай Максу Вранглер, он покажет, как надо. Да. Чего? Нет, Саня. Макс, еще сюда бери чуть-чуть. Тебя вызывает Макс, кричит Саня. Говорит, нет, Саня. Ёханый бабай. Еще чуть-чуть. Можно левее возьми, попробуй. Еще левее, вот сюда, и ты залетишь. А можно все ниже и ниже становится? Да, она не такая плевая. Макс, на корень там. Не, ну там колея уже появилась. Глюк
какой-то. Стрельнуло. Аварийка у тебя мигает. А? Аварийка мигает. Попытка заехать на такую горку не детскую. Она сказала, хватит, Леня говорит. Теперь уже ты заедешь точно. Вся слава тебе будет, Саня. Я ТикТок включил уже. Ходите на ремонт, что вы там сели? Мы руководим, мы технический отдел. Вдвоем оставайтесь, остальные сюда. Что там, Макс? Что нужно? Изолента есть. Зашел причину? Провод какой-то отвал. Нет. То, что, ну, я не знаю, что аварийка заработала. Обычно при аварии она срабатывает. Короче, клемму надо скинуть по ходу. Ну да, да. Такой песок, смотри, Жень. Макс, давай спустим сейчас на единицы, и ты заедешь. Да сейчас Рубикон заедет. Да не, Саня очкует. Да что? Да очкует. Ого, горячая какая. Нет, ну что, вот это такого фильтр размера или ж? Вообще удивительно, как она у тебя не травленная так типа заезжает. Если бы ты стравился, она бы вылетела. Наверное. Я он вообще сюда доехать не мог, пока не строился. Да? Вообще на месте стоял. Ну, тут такая... Вроде все в порядке. Я не знаю, что оно стрельнуло. Но это я попробовал вот здесь вот... Ну, хоть тяжко. Здесь типа подсасывало воздух. Но это из-за того, что стрельнуло, изоленту там, ну, вырвало. Это я просто дополнительно... На УАЗ еще... чем-то похожа машина, да? Вон синяя изолента, синяя, черная. Где? А вон зеленая, синяя и там черная только что ты добавил. По кусочек-то я... Да не, ну то ты я... че, ну так вообще нельзя. Верни, замотай как было. Ну, они, что они ты делаешь? Могут быть, это у них типа да, ну, да. Ошибка. Да, да. Типа ошибка выстреливает. Там больше, чем помощников, да? Так, давай, не отвлекайся. Самурай по следам Рубикона. Что такое, Руслан? Все равно. Не знаю. V8 старый. Да. А не, ну то не серьезно. Как его писать? А что у тебя за разъем? Обеди или нет? Включилась есть аварийка. Диагностический разъем. Не знаю. А где он? А сейчас. Тогда не было разъемов. Discovery 1? Угу. Мигает аварийка при включенном зажигании. Аварийка не заводится. Моргает аварийка, не заводится. Так, Леня пытается очередной раз перевернуть самурай, но пока неудачно. За счет веса динамично залетает. Я же не первый раз у нас стрелял, а раньше вообще часто стрелял. И сейчас я на бензин переключился, на бензин. Не перестала мигать. А, все-таки Саня решил сюда заехать.
Леня поймал нужную передачу. Без понижения просто первая. Как раз динамично получается, хватает всего. Да. Опасно. Опасно. Самурай. Вот это круто. Это Леня исполняет. Это вообще фантастика. Чуть-чуть, практически заехал. Сань, подъедь! Стой, стой! Подожди! Стой, под лебедим! То сейчас закончится. Это тебе не в болоте, блин. Отпускай! Стой! Давай, Лень! Давай! Да, ну вот так здесь, конечно, вот сюда немножко сбрасывает, хотя уже прокатали немного. Так, ну Хаммер пытается покинуть оффроуд. Пока не очень ему это удается. Сейчас будет брать разгон, я думаю. Все уже более-менее удачно выехали, хотя им было непросто. Но тут очень вязкий песок. Сейчас разгон будет максимальный. Ну там я не думаю, что легче. И особенно дальше. Не-не-не. Тут так не пройдет. Непросто ему. Остался один американский автопром. Так, Андрюхи, он туда. Единственный выезд. Более-менее полегче. Что, разгон? Поможет? Думаю, нет, там очень сложно. Я вам скажу, я еле-еле трогаюсь и с трудом двигаюсь. Ну, стартануть особенно. Вон и луна уже вышла. Так. Ну, тут и Максу было непросто, я вам скажу, даже здесь. А вот здесь я только что трогался. Сейчас смотрим. Хаммеру покинуть карьер непросто. Просто реально, реально сложно. А Т-шечка особо не спущенная. Кто-то прилетел непонятный. Да, так, друзья, Хаммер в глубоком песке. Спустились на 1,2. Может,
Просто надо выехать с карьера. Песок очень глубокий. Он туда все-таки хочет выехать. Вот принципиальный человек. Ну. Ну, я тоже думаю, нет. Хотя, может, и выедет. Не, там очень тяжело. Там очень тяжело. Я там еле проехал. Идем, ты быстрее его вытащишь, наверное, Саня. Тут нереально сложно. Вот даже смотрите, я... Даже мне тяжело поехать задней блокировкой. Задом чуть легче. Вон, сейчас хаммер подтянут. Называется «Попробуй выйти». Я сейчас на коксе. Видите, даже на гранде тут. Мы там искали горки, препятствия. Вот просто по песку называется «Выйти». В повороте. Сейчас возьму больше разгон. Это просто жесть. Не надо даже высокую горку. Просто выйди на дорогу называется. Охренеть вообще можно. Но я не спущен, правда. Объективности ради, скажем, я накачан. И в поворот захожу. Давайте, наверное, проще на горку будет заехать. Через горку проще будет. Вот газ пол вообще нажат полностью. На лебедке покидаем оффроуд. Нормальное кино. Слышишь, мы... Саня, мы горки штурмовали, вот тебе место. С поворотом просто. Блин, это я даже не это. Ну, тут на коксе должен поехать. Да. Что, поехали? Да, вот такой сегодня песочек сложный. В общем, да, докатались до вечера. Всем пока, до встречи. Провод получился шикарный. Разнообразные автомобили. Катнули замечательно. Такой заезд по Киеву, впереди Макс, за ним Саня, и сзади я, не знаю, Женя отстал или сзади, мне не видно. Вот она вся красота. Банда летит с оффроуда. Эта машина может!
всем до встречи. Оффроуд завершен точно. Да и по Киеву красиво едем.